сказать паузу. Как вы видели, мы пошли животных, черепах, зайцев и крокодилов из моря. Я могу больше с тобой говорить, чем в дочке, который 42 года сопротивился. Да, Тёма? Ну, мы там один остров. И мы еще с Тёмиками говорим. Это, кто больше под водой будет, когда до нас долгали? Я ходил в тот, самый большой 29, а Тёма 28. А потом Тёма был на водопадниках, как ты думаешь. И потом мы пошли на самый большой источник, и сейчас мы тут кушаем горячий шоколад в лайках. Давай, кто под водой дольше продержится? Эй, бегай, я тебя кутал. Где меня возле моих? Давай, давай. Ай, Итан выиграл. Это отсюда. Да, я вода не сильно горячая или горячая? 27 градусов. Нет, это 27 градусов на улице. Не, под водой. Не, вода градусов 40. Посмотри, какой пар идет с воды. Это означает, что на улице холоднее, чем в воде. Да. Не так. До 10, да? Ну, до полдесятого. Здесь уже закрывается, а не раньше. Ну, 9. Ну да, еще часик. Смотри, видишь, сейчас самое классное время приезжать сюда. Сейчас в Израиле еще не так сильно жарко. И... Ничего, и народу мало. Я тут первый раз, только много чего покажу. Да, тут вот тебе два часа. А вон тогда на шимбель вон. А, это бы я мой сон. Тут написано, сколько градусов? А вон Тёма. Ну, знаю. Вон, написано, по-моему. Где? Вон, где? Ух. Что, горячая это мир? Очень. А, видишь, даже написано. Разрешается пребывание в воде до 10 минут. И у кого сердце слабое, тоже нельзя. Потому что вода сильно горячая. Ну, там написано, на шелете. Ого, да, здесь вообще кипяток. И сейчас наш отдых подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока! Эй, что я? Я ничего не сделал.